В Балаково жители проводят одиночные пикеты против повышения налога на имущество. Волну возмущения у местных жителей вызвало решение балаковских властей поднять ставку. По их словам, согласно нововведению, тариф у них теперь в 4 раза выше, чем у жителей областного центра, где максимальная ставка составляет 0,5%. И в 3 раза больше, чем у москвичей, для которых максимальная ставка 0,75%. После пересчета цифры в платежках балаковцев возросли до 80, а у кого-то до 300 тысяч рублей. Срочно разобраться в ситуации призвал депутат Государственной Думы России Николай Панков. Есть ряд регионов, у нас в Саратовской области, которые увеличивают платежи, а партия не должна стоять в стороне, а стать должна на защиту интересов наших граждан и посмотреть, насколько обоснованно или необоснованно принимаются те или иные нормативные акты по увеличению платежей за оплату коммунальных услуг. На данный момент в вопросе налогообложения в Балаково начала разбираться специально созданная рабочая группа.